на переменные. Посмотрим, насколько это помогло. Сейчас, может, мне человечек напишет как раз. Ну, извиняйте, мне некоторые пишут, что и так было все нормально. Ну, не знаю, было, не было, в общем. Надеюсь, перемены к лучшему. Ну, как вы видите, игра нашлась, но нежный хлебушек пока еще где-то в хлебовозке находится по пути к нам. Посмотрим, доедет, нет. Да, должен, надеюсь. Репортнуть надо, типка. Скинемся. Да, о! Если кто зарепортил, ребята, вы поступили с ним несправедливо. Он старался. О, имеем рандом драфт. Нормальная тема. Свап сейчас работает на рандом драфте? Без понятия. Кто в курсе точно? Я просто не знаю, там одно время в какой-то доте в первой там работало, во второй не работало. Первой точно знаю, работало. Я просто пикнул бы чара, Жек, тебе. Ты огр-мага хочешь, да? Ну да, было бы неплохо. Я его, могу... правда, понишили. Я могу его тебе без Б вообще пикнуть, просто чтобы тебе был чар. А еще есть какие-то варианты, которыми ты тут играешь? Ну, Никс. А Венга какая-нибудь нет, более надежная? Венга, да. Команда. Давай Венгу пикну тебе. Давай. Вот, а ты, короче, там посмотрим по ходу пьесы. Вот, ну, так, пак на Баланара. Ми. Буду на Баланаре рад. Так ты же это, уже на паке. А почему я на паке? А я не знаю, ты провтыкал, может, выбор. А вот, кстати, возможно. Ты умеешь ним играть, нет? Да, умею. Но... Может, его в хард поставить, а этого? А пацана в мид на Баланаре. Да можно, в принципе. Кто у нас идет в карт, умеет на паке? Ну вот Кола, что, будешь на да, паке? Да, давай, давай. Все, отлично, Баланара, давай. Баланара. Пикни. Ну, сталкер. Сейчас, эй, раз... резче, Вася. Я взял. Все, ладно. Ох, какой у нас вообще лютый пик. Ребят, вы не забывайте, что мне надо какого-нибудь кэрри еще пикнуть. Димон, ты с кем-нибудь свапнешься? Я не знаю, или с паком, или там с огр-магом. Вот. А что у нас тут с кэрри? Ну, вивер прикольный, наверное. Давайте я вивером ебану. Пикни мне. Не, ну можно СФ, но в мид же я не пойду. Пикай. Нет, СФ здесь вообще не заезжает никак. Ну да, тут без БКБ вообще торба будет на СФ. Вивер еще хоть как-то может мансить. Все, тогда давайте свапаться. Я свапаюсь сначала с кем? С тобой на Баланара. Так, оп, давай. Все, отлично. Теперь я свапаюсь с Вивером. Давай, Димон, принимай. И свапайся на Баланаре с кем-то там, с Паком или, я не знаю, с Огр-магом. Разбирайтесь. Нет, стоп. Теперь мы с тобой свапаемся. Пиши. Так. Ну, соответственно, я иду на легкую с кем, получается? С Венгой. А на мид Баланар, на сложную пак, не знаю, Огр в триплу на отводы там. Ну, смотрите, как хотите, мне все равно вообще. Ты за пака пойдешь или я за Огра пойду? Давай за пака. На новом, кстати, Баланаре мне еще не играл, что-то ночь потиксили. Она теперь типа время суток не останавливает, по-моему. Паку подняли немного, пацаны. Ну посмотрим, ребятки, что получится. Жек, ты, короче, после стана выучи ауру на единичку. Угу. Чтобы меня восхитить было, да и харасить повеселее. На рунку забери. Руна дедик кто дает? Опыта тоже половинку левела. Так больше. Нормальная тема. А что, сразу две руны появляются? Да, нет, сейчас одна появляется. Сейчас две.
Одна появляется. Новое обновление, утреннее, которое было. Да. Не утреннее, а 83. Сейчас одна появляется, дает в два раза больше золота баунти. Короче, сейчас, походу, я так понимаю, с двумя рунами там все саппорты 100% должны на руны ходить, да, слайм? Конечно, конечно. Сейчас в команде иметь два ботла, это очень выгодно. Я просто, ребят, с этими двумя рунами не играл еще, но я так в уме представляю, что за ситуация. Как бы, если гарантированно есть руна на каждой стороне, то грех туда не ходить. Фактическая пауза. Да, ребята, короче, гуглят мой стрим уже, вычисляют наши позиции. Валят варды. Да. Вот не задача. Я не могу на этом мобильном Twitch приложении вообще посмотреть твой стрим. Это жесть, потому что я не могу найти здесь адресную строку, где ввести. Да там по онлайну ориентируйся. Вкладки для этого самого. Да я еще не пойму, где указать. Там мне ребята советовали, в какую игру я играю. Ну, то есть, допустим, сегодня мне надо было указать доту, бля. А, да, кстати, вот. Я этого не нашел. Вот я реально не знаю. Ну, пока пауза, могу зайти там на свой Twitch, в принципе. Посмотреть, может быть, еще не поздно. Вот, сейчас какой-то будет, конечно, кстати, жестокий двойной звук. Вот а, вот, нашел, играет в игру. В доту играет. Конечно. Давай. Вот, спасибо Скелетон Кингу. Вот, сейчас какой-то будет, конечно, кстати, жестокий двойной. Спасибо Скелетон Кингу. Теперь люди знают, что я играю в доту. Леорику, что ли? Да, я зашел там, нашел в настройках Твича, поменял. Все отлично. Ох уж этот Врайс Кинг. А что же нас ждет на легкой? Какая-нибудь там... На легкой вас, скорее всего, ждет какой-нибудь... Соло Тимбер или Соло ВРка? Нет, какой-нибудь Врайс Кинг с котлом. ВРка Харт. Или... Так Харт это же есть для них Харт, правильно? Или Леорик, скорее всего, пойдет в лес. Тимбер... пойдет на харду, ВРК пойдет в мид. Ну на миду у них в любом случае Эмбер, я надеюсь, ты же его сталкером там попинаешь. Ну конечно нет, в миде у них либо ВРК пойдет, либо Эмбер, это 100%. Не, ну если ВРК это не очень, а Эмбера у него же по дефа, то ну защиты нету, можно даже и сурки, да, там. Вообще изи. Вайда дал пару тычек, и он уже плачет. По статам у тебя там превосходство сумасшедшее. 69 атаки, да ладно. Ну вот ему апали. А что ему в каком-то из патчей апнули? У него раньше столько не было. Вот в последнем апали. Да ладно, сейчас. По 67-71 ты ему будешь там вообще по ноге отрывать стычки. По полщеки с удара. Так, ну что делать? Может уже отжимать? Ну я тоже так думаю. Включить русского пабера. Все, хватит. Да давайте отжимать, но я не знаю, над зрителями же тоже нельзя так жестко издеваться. Вот он. Вот он, красавчик. Короче, давайте максимум хейта на Врайс Кинга. У кого он на лайне, щемить вообще просто, чтоб не дышал. У меня ночь будет на 4-й минуте. Если он в лесу, то я его вообще изи. Убью. Забираем руны. ВР, когда, как я и говорил, у них в книге. А Врайс Кинг в лесу. Отлично. А у меня что, тимбер какой-нибудь? Ну да. Что, подловим тимбера?
Да, давай попинаем, почему нет. Сейчас Огр подойдет или не подойдет? Подойду. Сейчас я ему так мазать чутка ебу. Ну все, все, иди, иди, иди. Финга поспала. Да ладно, в принципе. Когда он подойдет к крипам, у него есть очень великая возможность умереть. Ты что делаешь? Ты, Евгений, ты меня деморализировал вообще. Знаешь, крипу пытаюсь добить. Не, я тебя понял. Да ладно, не гони, нормально. Рано, рано стал. Я тоже пытаюсь добить крипов, только чужих. ВР-ка сумасшедшая, захуленная наша станга. Ого. Вообще какие-то маньяки играют. Блин, меня их не Таур обижает, ребят. Я попал в какую-то непонятку. Заберу курицу, бетонусу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вообще, вообще меня крипы обманули. Ну-ка давай. Не, я все. Ой, как я, блядь, сильно получил пизды. Нету там фласки ни у кого? Да, отлично. Халай, халай, иди. Чипсы. У них есть варки. В миде тебя могут буквально намазать. Пацана там что-то явно игра не пошла. Все, разбил. О, я тут случайно на какой-то хоткей, короче, нажал. На, я тебе буду немножечко подкормливать. И купил свиток ТП дома. Это безусловно очень важная инвестиция. Не-не, просто. Я понял. Я так, чтобы подфармить, использовал шукичи. Такой, как истинно. Ой-ой-ой, тебе сбили Клару. Ну ничего страшного. Так, ребятки, ну я... У меня нож, я поехал. Давай, езжай. Я поехал на хард. А я, короче, категорически не могу заластить крипа под тауэром. Не могу. Первый готов. Воу-воу-воу-воу, смотри, что там. Не сказал, не сказал. Так все нормально, все. Все нормально. А давайте запушим товарок. Чё, смотрите, у нас крипцов сколько. Вообще целая бригада. Чё там? Нету тимбера. Я на низко там делаю. Нету тимбера, вот. Ну да. Но он там избит, наверное, у него уже регена не было. Давай, 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 давай. Поехали. А где Ога? Там. Хорошо. Поехали. Все, он умер. Ребята, а сейчас актуально виверу, как раньше там, ну, собрать линку, акилу туда-сюда, там, да, нормально? Да, линка нормально. Кто это к нам? Там уже. Все, вернулся.
Так, на базу полетел за ТПшечка. Под Тегенюс, да, могу тоже прилететь куда-нибудь. На Тингера как раз это сделаю. Так что готовьтесь. Ох, он сейчас мы походу убить. Подлагал. Залагал что-то, непонятно. Нашу кучу. Я один залагал? Да. Да, сейчас уже переподключаюсь. Да, тебя кикнуло. Что-то вообще первый раз. К нам, возможно, Верка сейчас поднимется. Ну да, вон она по реке прет. Так, давайте, ребятки, я к вам уже делаю ТТшечку. Давай, давай, к нам Верка, походу, идет через лес. Не ушла. Не? Верка на миде пока. Ну, у нас все, Тимбер, все. В принципе, его через сало убить-то вообще милое дело. А у меня нет его, парня. Да ты что? А мы его и так, смотри. Ну вот, погнали. Все, поехали. Не. Погнали? Ну, смотри, давай. Поехали. Смотри, танкую. Все, спасибо, хорошо. Спасибо за эту вкусную ловешку, брат. Спасибо. Провожаем, у нас раненый. Сейчас бот вам намажу, держи. И можно вот эту еще подругу забирать вообще. О, смотри. давайте, смотри. Я успею. Наша. Я успею, давайте. Наша, смотри, раз. Подсвив. Оп. Давайте, ребят. О. А тут еще и котел. Нет, тут, короче, какой-то порно, ребят. Связали. Назад, мы ничего не сделаем. Нет, все нормально, парни. Хорошо. Давай наверх, выше. Я отошел. Ну или давай, я тебя встречу на всякий случай. Нету ботла там на разок, чтобы у меня нет. Хоть шукище было. Дроны тоже нету. Ой, на меня выход на мид. Воу, давай, хелпаем. Эмбера бы забрать. Да, хорошо было, Эмбер. Ой. Давайте Эмбера, ребят, работаем. Хорошо. И что этого. Заходи. Сейчас, вижу, дайте. Сейчас он проедется. О, нормально. Пойдите. Дайте легу. Кто-то в сервер все не несет порты. Так, все, у меня ночь закончилась. Да нормально ночь отработали. Конечно, 4 фрага, 3 ассиста. Вообще огонь. Так, у меня есть рана инвиза и ульта. Ну, куда? На мид выйти или куда? Подожди, сейчас я только в этот секрет шоп не могу найти. Тут что-то география поменялась вообще как-то да, дико. А, вот он. Жесть. Ты бы, наверное, пошел, фармил? Да, в принципе. Я свободен. Да, но топ сейчас подъеду. Ты б фир выучил на единичку, чтоб всяких ВРов убивать. Сейчас возьму. О, короче, Жек, я сейчас давай из леса, и кто еще здесь у нас? Вогр, пойдем его шатнем. Вы только давайте станы по таймингу, там, допустим, Венга первая. Да нашел, иду крипы. Вогр второй. О, да тут у нас вообще бригада. А че, пацан еще здесь? Да, сейчас подойдем. А я сейчас вижу, да, он меня. Его не видно. А, вот. Забираем. Поехали. Сори. Нормально. Ну да, мы тупо демеджем взяли. Да пофиг. Самое главное, что взяли. Подпушим чуть? Давайте, конечно. Да не чуть-чуть, а забирать надо уже этот тауэр. Ребят, ну смотрите, я минус армор замаксил, так что вы там под жуками не стесняйтесь как бы напинывать. Угу. Давай заберем. Он потратился, алло. Давай, добивай его. Так, я пошел за вас в угол.
Нормально, нормально. Я погибаю. Ну, я погибаю. Погибай. Я не погибаю, это самое главное. Ты погиб? Да, конечно. Извини. Да, ничего страшного. Что-то там пак сам себя переиграл. Нам скелета надо ловить. Котл, котл, крати. На низ иду. А зачем? Берем конь. Если только меня засейвить. Ой-ой-ой, это было больно. Да. Давай, 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 поехали, поехали. Хорошо. Скупи его. Сейчас будет тир. Все, отлично. Чимбера нету. Да. Классно, наверное, сейчас будет. Ходи, уходи. Все, 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 беги крутит, сам. Крутит, крутит, крутит. Я тебе возьму. Это, наверное, шеттед. Она разворачивается. Воу-в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 оу. Это было опасно. Куру никто не юзает, ребят. Нет, забирай. Отлично. Подвезу я себе ТП-шку, наверное, это. Да, елки. А вот смотри. Блять, какой наглый. Я урону жду и делаю телефон. Ай-яй-яй. 7 секунд, телефон. Да. Все, ТП-шусь, ТП-шусь. Ну не получилось пропетлять, ладно. Блять, откуда у меня эти... Ну, он вправо пошел. Забираем его, догоняем. Безлимитное количество там порталов. Не-не-не, я вон он. Я до конца за ним, короче. Далековато, наверное. Нет? Да не убежишь. Там как он. Котл сейчас даст тебе, и ты будешь под вышкой стоять. Да нормально. Ой, там много, там много. Котл, если что, коцанный очень сильно. Да знаю. Он умрет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, стрикадал. Эмпер стрикадал, беда. Ладно. Хлебушек. Давай поработаем здесь, ребят. Сейчас разворачивайся. У меня ничего, я пустой. Так, у меня есть ТП, ночь и телепорт. Ребят, помогите мне здесь, пожалуйста. Если... Давай, забираем. Там еще и Эмбер. Забираем. Рядом, рядом с вами. Ох. Наш, наш пацан. У него ультает. Да и хрен себе. Котла, котла. Я его убью, убью его. Нужно было за этим уйти, пацанам. Вот, забираем его тоже. Давай, давай, давай. Не, не. Давай тавр забираем. На миде? На мид приезжаю. Давай, давай. Намажу пак, сейчас ботов. Тебя намажу. Свап только первого левела. О! Ой, как хорошо зашел. Дэмэдж. Свапал. У него сайленс. Все, он отсюда. Все, вроде. Отлично. Ну, еще вырка. О, смотрите, кто тут. Есть пацан? А, все. Ребят, я Б, маленько Б, маленько Б. Я за руной ушел. Ну, здесь баунти на низу заберу, нет? Стоп. Наверху хаст, забирай. Наверху хаст, алло. Я заберу, стоп. Подсейфите меня, мне нужно два пака забрать в лесу, пацаны. Просто два пака и купить орб. Ой, хорошо вообще. Там, кстати, вон смотри, на боте крип рядом с тауром. Давай, давай, пушим. Ну сейчас я по чушку крипцов заберу в лесу, короче, куплю ультимейт. И к вам. Не знаю, может это украинская жадность, а может и нет.
только на мире крипы фармить. Они на них. Да, наверху никого. Ой, все. Добивай, добивай. Тебе нужнее. Я заберу сейчас курицу. Башню нужно. Ребята, давайте устраивать, короче, какой-то экшен по карте. У меня 4 ТП. Я куда-то не туда забиндил покупку, короче, этой. Нужно, во-первых, агрессивные варды, чтобы суппорты им в лес поставили. Куда-нибудь. Да. Вот сюда можно поставить. Да, надо. Руны будут. Да, я сейчас пойду заберу руны. Смотри, улетел. А их тут много, их трое. Давай отойдем, Димон, давай отойдем. Я с телепортом. Там еще ВР-ка и в райскинах повальные будут. Что, зайдем их в них леса? Да, да, их там минимум трое сейчас. Или без смока врываемся. Вот, Эмбер здесь руну забрал. Давайте зайдем в их лес так вообще конкретно в гости. Вот, там началось, погнали. Что-то пацана... Тут еще сейчас будут пацаны, они не в курсе, что у нас здесь так много. Давайте пошаримся. Да или на боте тауэр уже заберем. Давайте, давайте тауэр. Тауэр, окей. Your middle tower is under attack. Как вилочку включай. Смог. О, башер я вижу. Нормально. Башер. Так, ты в домах тоже пошел маленько, да? Я думаю, тебе в БКБ-ху, не? Давайте захожу сейчас, под вышки заберем. Давай. Давай, накрутка. Аквилу включи. Давай, 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 давай. Ой, как опасно. Поехали, поехали. Нужна, поехали. Нужен все, пак, все, вот. Все, минус один. Этот встанет, подонок, сто пудов. Мне бы урночку, если есть. И тавр надо забрать. Ну что, принимаем? Да, давайте. Там свап. Это наш пацан. Они идут, идут, байк. Шукичи, давайте, ребят, погнали, погнали. Я минус армор там. Все, все, уходи. Всех угостил минус армор. Уходи, уходи. Байбек лечу по. Может, кодится на тебя. Вот, ВР-ка бомж бежит, забрать ее. Давай, давай, давай. Ну, чуть-чуть, ребяточка, ну, елки, у него ВР. 50 хп. Медленно, ничего не могу сделать. Печаль, печаль. Заберу же, падлу. Ну, тогда этого. Там все вообще настолько лоу, это просто... Вот чуть-чуть. Ой-ой-ой, смотри, они все красные, втроем. Да там жесть, но мы все мертвые, видишь, в чем разница. Они все красные, а мы все мертвые. Руна не забирай. Я заберу. Так, так, так. Ребят, куда подъезжать? На мид ТП сейчас, походу, самое правильное, да? Да, конечно. Либо мид, и давайте мид, может, им запушим. Вы там как, бодренькие, не? Ну, мы на мид стягиваемся. На кураже. Ну, а вообще отлично. Поехали тогда, пока кураж. Я уже ТП ин. Вот я пока вот... А он без ульты. У него нету, давай ему встанчик в лицо. Все, он отсюда не уходит. Еще что-нибудь будет? Хорошо. Димкоил есть? Отлично. Замечательно. Вообще буря, ребят. Что творится?
Мне единственное, что неудобняк, что вы без меня всех поубивали. То есть как бы великий не нужен был вообще. Вот это меня огорчает. Да, гол топ сразу заберем. Давайте на ХГ пока не будем газовать. Так, да, тогда сейчас давай так сделаем, если про Владимир снесем тау, а это, заберем Рошана. Да, тоже нормальная тема. Вот эту темку можно потом заюзать, попробовать. Слушай, а ты потом Кирасу не хочешь подварить, а я Десолю? Ну, это есть... Да, вот, в принципе, можно так, смотрите, я свапну кого-нибудь. Кирасу, да, забираем сразу со свапа. Помогайте, паку, хелп. Давайте тавер, алло. Да. Димон, ну ты бы сказал что-нибудь, что ты дерзкий не по годам, там все такое, блядь. Провтыкали тебя вообще, провтыкали. Я в шоке. Ну а что, ребят, дальше-то в четвером нет смысла идти. Смотрите, тут агрессия. Втроем. Да. Ну я вернусь. Давайте это, Б. Маны маловато. Может пока мид, смотрите, крипов сколько. Они идут. На развороте можем? На развороте? Маны ну маловато. Если они там подрастянулись, конечно можем. Давайте, не знаю, может быть АДТМ, может быть Рошана там попробуйте. Ну вообще да, по идее они сейчас на мид должны выйти или к Рошану. Надо минус хотя бы взять, Равшан. Хотя мы Равшана очень быстро должны съесть, давайте. У нас от Вивера, считай, минус армор, и от Венги, мы его вообще с говном сидим. А вы уже смотрите сколько, вы видели. Финвиз. Кого мазать надо, сейчас я, давайте, теперь намажу, да. Нейман, давай. Я вам кинул это. Все, поехали. Идут, пацаны, отходим. Не-не, под Рошаном не варит. Вот, смотрим на пака. Поехали. Вендер оставил там. Как связала? Отходи мне. Венга, нету маны. Связка распадная. Не успел вселить, пока не успел. Можно не хочу. Ладно, выходи из дезолятора. Ну я соберу дизоль, пацаны. Я тогда сразу в Кирасу начал. Давай. Чем больше минус армора, тем веселее игра. Странно, на варды разбили, да? Да, кстати, парни, вы лес, сюда тоже. Вот сюда сейчас еще точку можно ставить. Ну сейчас ключевое место Алены. Диманда. Что делаем? Рошана раунд 2? Давайте добьем. Сейчас в центре поставим. А может у них здесь просто вас это не наспалили? Давайте сейчас поставим. Смогли вариант зайти. Вон реген. Пусть реген может полежит. Ага. Оп, хорошо. Еще должен быть выхода. Забирайте ваш. Че, никому регеночка не нужна? Давай я сейчас Рошана в танчу да заберу. Давай. Ну а когда просвета не будет. Я поставлю здесь. Так, ну Рошана мне, я надеюсь, пацаны. Да, забирай. Кто там? Давай.
Ну и что, можно пойти куда-нибудь по боту зайти? Воу-воу, давайте, давайте. Вот тут я не знаю. Давай, стой, я сейчас отпушу. Отпушу? Да, давайте отпушу на туре. Все, давайте смоки куда-нибудь вот так вот в лес. Давайте зайдем на это. Вот. Да, направо. Гоу лес направо, пацаны, успеваем еще нормально. Должен кто-то быть. Споты пустые, значит, тоже вон они спалились. Но они походу видели. Да ничего они не видели. Они... Ну выходим на бот тогда, чё? Я могу прийти сверху. Я предлагаю зайти в сторону, на сторону. Ладно, погнали здесь уже всё. Только единственный минус, у меня ночи нету. А сколько до? Ну что, сватать сразу же, если что? Вот, Эмбера! Ну не вижу, нахуй. У них варда тебя стоит. Всё. КД пока. Там котл будет. Кстати, с котлом они могут долго откушать. Да. Нам бы метку. Ну у нас Рошан, не забывайте, давайте, пацаны. Пайп. Мне умереть вообще легко. Да. Ну то, чтобы пайп кто-нибудь пахнул, вообще идеально. Под котла. Ну чё, будем пробовать? Как котла? Всё. Ну, да котла он нахуй не нужен. Лучше, блядь, какого-нибудь тимбера, понимаешь? От котла понту нету. Ну точно, не вот этого друга. Этот нам вообще не товарищ. Видишь, что он делает? Да не, ну это... О, Эмбер, алло. Забираем Эмбера, хорошо. Да. О, бомбит, бомбит у хлеба. Как-то вообще неудачно. Да, вообще говно. Не могу не согласиться с вами. Ну, значит, фармить надо. Не знаю, нам тут как минимум пайп это, во-первых. Да, котл. Да. Не хватает. Вообще, сам видишь, нам котл дует. Что у нас и не пачки, и крипов, и единицы. Это хорошо, что у них нету тайтхантера какого-нибудь, он уже будет уходить. Я тогда сейчас пойду зафармлю свою террасу. Давай. Жек, я забираю ничего? Конечно. Потому тут я посвящу. Минус сармон. А что, барабаны там собрать? Да нормальная нет, тема. Нет, нет, не пайп. Так, пошли в арку, наверное. Вон, огр, пускай какой-нибудь сделал. Помоги, пожалуйста. Просто я у село дособираю. Ну, раз уже начал уплотняться. Сломайте в арке-то. Не, у меня десоль, короче, откладывается, я что-то БКБ смотрите, хочу. Пером все на поте бегают, непонятно, чем занимаются. Стадный фарм. Вард ломает нам. Все, я не видно никого.
Ну, пацаны, я пока фармлю лес, и мне, короче, нормально. У меня тут возникла мечта купить еще БКБ, потому что что-то они много колдуют. Ты мантустай лучше купи. На Вивера? Зачем? Да. Да зачем? Ладно. Секрет. Столы вбивать. Сталица у них нет. Да я лучше Тараску куплю, чем манта стайл, честное так, слово. Нет. Да тот же самый дизеляр. Да я вот смотрю, что-то в принципе уже и дизоль получается. Ну как получается? Ну по крайней мере один хаммер уже есть. Мне непонятно, где они все. На базе что ли в фарме? Ну мне тоже непонятно. А? Блин, к вам что ли идти? Еще пацаны, парк, короче, парк. Это я так самозабвенно фармлю по колес, вы кричите, если что, ладно, там я довольно-таки рядом. Так, пошли варды сломаем, там варда стоит. Ты там, кстати, осторожно, они могут быть и в нашем лесу подсмотрим. Могут, могут. Ну я много лавы с собой не ношу, так что. Можно Рошана подождать. А сколько там? Так, 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 забайтил, забайтил. И... Они в четвером на боте, они. Уходите отсюда, там вообще нечего. Что пушим? Я к вам, пацаны, на такое, на бот. Сейчас буду. Ну, в таком случае уже проще Рошана какого-нибудь. Ну как-то. Давай. Ревиз снизу. Ну а чё, когда он скоро, нет? Давай я. Ну тут наверное, минут 5 еще минут. Не, ну минут 5 это. Это точно. Пойдем на мид вон там. Где какая-то активность через лесочек. Давай, Огр. Задай тон. Тут, возможно, в центре, аккуратней. Ну вот, СКА, ну это байт. Еще. Байт. Второй раз убить, хорошо, давай. Друзья. Сайлент дал. Убейте, убейте. Дай стал. Ну, это подачка, это еще одна, да, что ж такое. Не, пацаны, плохо. Уходи, уходи, уходи. В разные стороны. Плохо. 2-3, да? Не, ну в принципе мы обоих их кэрри убили на самом деле, а я живой. Хотя бы там это. Там тимбер ушел на капля. Тимбер от 7 миллиметров. Одну из двух подач только нанес. БКБ будет. Будет все. Ну да. Да вот у меня сейчас один метрил хаммер лежит, я не могу решиться, что собрать дизоль или все-таки БКБ. Нет, давай БКБ. БКБ. На верочку. Согласен. Пока скоро огонь будет. А, нарушил надо идти. Походу котла провардил. Вот, это. У меня нету бабок на центре. Че, едем вообще в сторону Рошана или нет? Ну, по-любому. Да. Они могли под смоком туда зайти. Давайте я, может, тогда косарь в лесу БКБ дофармлю. Мне только рецепт не хватает. По барику. Может, мы Рошана заберем, потом пойдешь фармить еще? Ну чтобы да. Они не забрали. Так они и не заберут его. Никогда в своей жизни. Да у меня еще сейчас и слотов нету, допустим, на Рошика. Не, ну можно там такой ху выкинуть, конечно. Ну что? Да, он стоит. Ну что? Ну что, я подъезжаю тогда. Эмбер идет сюда. Эмбер, они туда идут. Угу, они тут все идут. Давайте. Не-не-не-не-не. Да-да-да, их здесь очень много. Ну, я тоже здесь уже, можно сказать. Заберем. Дримкоил будет? Как же больно. У этого нет ульты, по идее, Чипопа. Да-да-да, ульты нет. Он... Сейчас сайленс дам. Сайленс дам. Почему? Все, я ушел. На базу. Простав через 3.
Хорошо, вот это вот убейте вообще отлично. Свапа. Ну да ладно. Давай. Я там рейдж поставлю. Миллион. Вижу. Куда надо бить? Кто там есть еще? Где этот? Давайте тиндер? Сразу же, не знаю, мид, наверное. Нет, давайте сплитпушьте, вы бот, я мид поковыряю. Ну да, надо вот отсюда, Андрюха. Там вон, смотри, сколько. Ну да, давайте, смотри, давайте, там, вы там, на боте. Как раз БКБ твое идет. Вот это. А у меня есть уже БКБ. Поставим крипов, попьем, да? О! Смотри, 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 смотри. Какой дерзкий. Давай тогда сейчас какой-нибудь демо что-то бурлить, какой-нибудь бахнем, вообще нормально будет. Давайте отходить туда. Да? О, имею БКБ. А чё, Рошан-то стоит? Да, конечно. Может ушатать по-быстрому? Шлем. Давайте только быстро, нужно еще откушать топ. Баунти возьму, у меня тут. Бери. Так, мне кажется, осталось пайп. Пайп это вообще нужно было делать его первым пухатом. Где мне кусать? Так, давай я, наверное, заберу, тут у тебя и БКБ, и таймлакс. Так, кому и ТП-шку, и пацаны, и заберите. И ТП-шку и только и заберите, и он мой тоже. И да и ладно. Заберу. Что это такое? Я забрал. Оставьте, оставьте мне эту чепуху. Все, пошли. Гоу, мид! Ну да, понятно. Я там успел хоть мику взять. Сыграй, баланарно. Плохой очень баланарного. Пофиг себе очень сильно. Секунду, я в секретку прям на секунду заскочу. У меня тут буреза неожиданно склеилась. Еще успеваем, в принципе, мид запинать. Ой-ой-ой, чё ж ты мне не сказал? Да нет, просто отогнать его. Я устал. Наверное, уходите. Вообще нет. Как же мне больно. Миамека будет? Где наша венга? Та забивал. Что да, а что венга там делает? Грыжду подбивал. Я подхожу. Подожди, я почти тут. По КТ всех бафу. Еще варды будут смотреть. Давайте на мекку соберемся. Ну а что, где заходим? С того же кот, посмотрите, ребята, котал. Ну это наш, наш. Давай, забираем, забираем, забираем его. Все, все. А у него есть ультра? Нет у него. Или уже есть? Есть, есть. Скорее всего есть. Значит, просто тауэр. Он наш. Нет, не наш. Нижний, нижний барак. Все, хорошо, давай. Давай, да. Я скидываю. Сори, сори, не дал это.
Меку, меку прожми. Жму, жму. Форсик, форсик, форсик. Все, хорошо. Пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь. Я ушел, я ушел. Честно говоря, это просто вторая мека, наверное. Вообще, в ноте второй. Андрюх, а почему лап? Да я что-то здесь вообще плохой, пацаны. Я что-то запутался. Не, я здесь что-то, блядь, некорректно себя повел. Таймлапс провтыкал, мне его чем-то сбили, я нажимал. Ну ладно. Че, ну не умираешь, это уже типа нормально. Так, что у них там, кстати, по артефакту не прокликнул? Лендера вообще. А, вот они поняли. У меня, кстати, нету байбека. Андрюха, там нечем, да, драться? Да не, я домой. Не, Жак, я так им. А, так они вообще бомжи, пацаны. У них ничего нет. Ну у меня вот десоль через косарь. Надо на самом деле МКБшечку какую-нибудь собирать, потому что ВРка большой дэмэдж носит. Так, все. А что там у их Эмбера вообще есть? Кто-нибудь прокликивал? Там это? У него кристаллис и похуй, все. А, ну это не очень, конечно, не очень. Пять тайминг на Рошана. Да, нужно, нужно, и, нужно. Хотя там, в принципе, некогда. Может, вот так пойдем? Да, я тоже. Пацаны, тут есть инфа, что у меня. Вот, смотрите, есть... Эмбер. Да. Или ВРку, ВРку. Да лучше Эмбера. У меня свап третий. Ну, он ушел. Могу попробовать свапнуть. Смотрите. Давай, Тимбера, давай. Тимбера, Тимбера свапа. Ой-ой-ой. Я на топе. Ну, давай, пуш до сюда пока. Блин, ну мне, короче, 700 рублей до десоля. Может... подварить его все-таки, а потом большой замес. Ну давайте потремся у них здесь где-нибудь пока. Я с БКПшечкой, я сейчас в огонь и в воду полезу. Оп, 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 оп. Вижу, вижу огонь. Есть принимать, если что? Ну, в принципе, нас тут четверо. Смотрите, давайте я зайду. Смотрите, нет, сейчас, давай я их ну, смотрите, смотрите, сейчас замы. Такая тема есть. Я подпушиваю мифтоп. Кто-то перетягивается, отпушивает, и на миде мы их принимаем. Только единственный минус у меня на чьё-то. Смотри, сейчас у них котл, скорее всего, они подойдут, отпушивают. Ай-яй-яй. Ну я впитываю, я очень много впитал. Добейте. Так, ладно, ребят, давайте тут ломайте, я сейчас на 2 минуты отскочу. Давай, разбиваем. Ну. О. Ты вот это, у них там что, ген? Давай, чур-чур. А, сейчас там будет, даю. У меня, если что, есть. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да все. Надо было тебе... Надо было на крипа, я понял. Нет, пак сделал бы блинк, ты бы спатнулся с паком, пак бы кинул арбу, шел бы в shift, и вы бы, короче, вдвоем пошли так не пойдем. Да ну басы, походу. Опять геймплей. А, рингеш можно дагер. Блин. Поза очень сполнул. Да лучше хай. Фига ты парень опасный. О, я жив. Какая прелесть.
наверху фарм, на миде. А чё фарм, там рожь не встал еще следующий кто-нибудь? Кстати, возможно, уже стоит. Блин, мне нужно где-нибудь какой-нибудь музыки найти. Потому что, короче, за нормальное музло сейчас банит Twitch. Ну, мьютит звук, точнее, на записи. Да, да, да. Надо какое-то любительское музлишко найти. Ну что, go meet him, напнем. Контакт включишь. А ну давай вот свапнем. Давай, давай. А, ё-моё. Опять без меня наш. Эмбара найду. Старый дал. Как же больно. Я не понимаю, почему не на меня. ВР как писал, ищет писта. Ну чё, заканчиваем что тут уже? Что это за статуя была, пацаны? Что за статуя свободы? Он был за интернешнл там. А вон им, да? Скульптуру давали, может свою статую герой сделать. На базе будет стоять. Типа барак. Так, ну что, я сейчас жму к следующей партийке. Все же играют еще одну. Да, конечно. Вот, и на две минутки отскочу, надеюсь, она не найдет быстрее. Ну что, нормально для первого раза. Вообще нормально. Долго, я вам скажу, долго. Ну долговато, да. Ну их пять было все-таки. То, что случилось с ними после первой ночи, это просто навык карнавал. Не, красава, красава, Егорчик, вообще. Все, давайте ищем. Сейчас вернусь. Кто там? Закройте все это окно статистики. Сейчас вернусь. Что, да, пару минут. О, как хорошо, еще даже игра не нашлась. А что, сколько смотрят вообще там народу наше безобразие? Ну-ка я гляну пока. 200. Ну, нормально. Значит, кому-то интересно.
Ну, вроде хоть немножко я подкрыл к этой мышке, где у нее кнопочки дополнительные, потому что эти 4 ТП скролла купленных, это, конечно, жесть была. Товарищ мой хороший, вот, который все еще сидит там, где я был, зашел в дотку погонять. Вот так бывает. И еще один. Такие зоны дотеры. Так, я тут с пацаняшками прикалываюсь. Все, короче, я тут привлек еще двух зрителей. Ну а где же наша игра? Так, а вот. 4 минуты всего. Ну сейчас тогда еще на 30 секунд отскочу. Надеюсь, за это время не найдется. Сейчас. По-прежнему нету равных. О, let's go. Кто-то. Ну, надеюсь, из наших все нажали. Это я, наверное, просто умер. Ну-ка. Я просто... Молодец. Очко интеллекта добавляет 13 к общему запасу маны. Вы знали это? Все же я силой мысли нажал, так что это был не я. Сильно мыслишь. Вот смотрите, опять оранжевый что-то с каким-то, а нет, какой-то проклятый цвет. Так, Женек, ну-ка смотри, чем ты тут сыграешь, я тебе пикну сразу. Ну, наверное, огр. Ну, давай огр. Че? Так, а мне бы кого забрать? Давайте мне Энигму. Мне сам возьму. А где тут? А, вот он. Так, либо Квапа, либо ВРК. Да Квапа-то, мне кажется, поярче будет, не? Квапу бери, я возьму этот Энигму.
А я там под луну какую-нибудь, раз уж Давай, такая пьянка. Есть АОЕ, есть то, сейчас, есть все. Клопы сейчас как раз урон чистый сделали. БКБ, то бишь, все подбирает. Ну, точнее, как луну, это... Женек, если получится, пока что пикай мне луну, наверное, предварительно. Можно гира еще, не знаю, сейчас посмотрим. В принципе, под Энигму с клопой шуто-шуто хорошо. Ну, видишь, твой пик, Жак, да? А? Твой пик, Жак. Ну да. Луну, наверное. Давай луну. Угу. Не знаю, у них два очень сильных героя, там, Батрайдер с Магнусом. Какие там суппорты остались? Ну, из путячих, я не знаю, Дисраптор. Может быть, Дазл. Давай Дазла. Я не знаю, Димон, что ты Дазлом сыграешь? Ты, по-моему, нормально ним шевелился. Ну что тогда, Энигма в наш лес. Блин, а кто соло-то, ё-моё? Огр. Огр? Да. Вот 82-й версии. Огр, как его апнули, получается. Мультикасты там туда-сюда его отправляли. Я могу и не бы соло пойти. Нет, пускай лучше Огар идет, а ты в лес. Как ну скажешь? А я с крестом тогда на легкую. Да, да. Ну давайте. Нет. Кто мне вар дайте? Я дал уж кому-то. Так, Энигма, стой, на, поставь. Сам поставь. Энигма. Друг на Энигме. А вообще ему пофигу, на морозе. Огар, дай тангу. Я здесь. Сколько? Одну? Одну. Димон, давай ко мне наверх, пошел. Надеюсь, меня снизу не сидят сейчас. А чё, пойдем, может, на рунку? Чё мы тут стоим? Ну, вверх не смотрите. Ты один там постоишь наверху, нет? Ну, смотря кто там будет. Тебе, в принципе, похуй. Да не совсем. Ну вот, судя по всему, там будет Батрайдер, и мне не совсем, в общем-то. И он руну заберет, вот что неприятно. Забрал? Да. Блин. Так, ну Батрайдер у вас Hardline Stickets. Сразу же закупайте. У меня три. Ну я не знаю, с Батрайдером мне не очень прикольно будет самому. Ну не так. Так я линию. Я бы сам поставил на низу. Главное стики взять. А, сейчас посмотрим. Ну, тут трипла, здесь нечего ловить. Ой, битовая экскурсия. Это твоя главная. Там трейдер один, да? Не, имеется в виду, что ну, да. Кто-то пошел наверх к луне, помог бы. Сейчас пойду. Ну, Магнус у меня просто нюхает сейчас. А у нас кура есть вообще, нет? Есть. Да. Есть. Она была на меня. Блин, ну переюзни. Не, это рижу. Ну так, ладно, чутка шуганули и хватит, Димон. О, ничего себе, ты... Ой-ой-ой. Вообще торба. Сори, Димон, я не думал, что его так там защемишь. Курица перехвати. Ты там хильни, может, нас. Курицу хватай. Ну елки, ну опять.
Магнус купил топор в миг. В итоге добил, наверное, одного крипа. Шеплейла. Кого-то не вижу. Чё, шуганём батрайдера? Оставьте стоп, Руно. Я заберу. Кого-то нету, дизераптора нету. Но он, скорее всего, оттуда делает. Магнус. Все, пацан остался, не видит. Батрайдера, если я приду, сможем убить, кстати? Да. Хорошо, у меня хоста, сейчас я приду. Он как раз тут навыебывался уже. Хочу побегу. Коцаны очень сильные парни вообще. Да, ну даже вот так. Блядь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тут вообще жесткая форма. А чё, убил ты его, не? Нет, у него там на один удар осталось. Ну он в такие кусты залетает, там вижена не поймаешь. Я, короче, пешком домой и обратно. На фарфай улетел. Не вовремя, короче. Короче, давайте подход получаю. Идем втроем или четвером на низ, забираем минус 2. ТП-ку может кто-нибудь пульнуть, выложить дома, не? Баба ноль. Угу, спасибо. Димон, сейчас ТП-ин буду делать, беги к тауру. Ой, жопа, сгоришь. Так, я могу ТП-шку сделать куда-нибудь. Ну? Давай, 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 ну что? Да ну, блядь. Во, вот. Да у меня сенс чутка с мышкой ещё. Ну, было бы прикольно, конечно, если кто-то один ганул, желательно два. Давай, попробуем что-нибудь. На меня атака. И как раз. Гангеры, гангеры. Ага, ага. Ну-ка, вот смотри, смотри, какие они. И там идут какой. Хорошо.
Там еще коцаны, Гера коцаны. Блин. Посмотри, блин. Посмотри. Я подхожу. Я за этим пошел, пацаном. А вот, смотри, если развернешься, тут Гера. Я у меня сайленс. Нормально. Что так? Он выбрал свой путь. Меня не похитят? Батрайлер сейчас. Тапочек, сейчас. Тапочек сделай. Тапочек, ну сейчас, если буду дохнуть. Помирай спокойно. Ладненько, вот так тогда. Еще был карты где-нибудь. Ну, мне сложно ставить, наверное, но на оффлайне там и варты проще. Барабан будет кто-нибудь варить или я подварю? Нет, собирай. Так, ну я опять подвис. Или понятно, не лагаю. Да. Зашел, нормально? Да, все, полетели. Не слышал. Живи, живи. Наш. Вот он меня РП потратил. Так, я с блэкхолом сейчас вниз иду. Подождите меня с блинком. Домашние, пацаны, просто домашние. Вот, Гриш, жди, сейчас минус 2 сделаем. Ой-ой-ой-ой. Сейчас моя ракетка напасть нет. Руну мне оставите снизу. Огр, погнали. Огр, стой, не надо. Горелку только не проеби. Ну. Я иду вниз. Ну, меня уже расхарасили. Гирокоптер. Гирокоптера можем? Там мы подходим. Подлечи там. Ну. Меня вообще. Ага, они увидели. Что тут тогда? Ничего себе, Батрайдер тут вообще меня хотел дерзко отработать. В куре варды поставьте, пожалуйста. Дазл, займешься? Да. Нету никого нанизу. Оставить фарм? Нима. Чувствую, я умер. Неприятное чувство. Подлететь на мид? Алло. Не-не-не. Окей, лечу на мид. Тоже сейчас. Я все ушел с блинка. Гирокоптер через ракетку. Качается, блин, а вот бьет. Вы смотрите, какой приятель. А, птица сверху. Обхожу ее. Давай, гони. Телепорт делаю. Блинк есть, все. Не вижу таргет. Скоро у тебя даггер? Налево пошел. Вот тут ребята. Вон отсюда. Вот это ульты я выдаю. А, вон он. Покрепал. Воу. Хорош. Давайте и этого. Сейчас танчик будет. Давай, весим. Давай, одна. Пошел, давай. Ну, да, это все. Ну. Хорошо. Моя смерть была не напрасной. Гира фармит там. Так, нам бы курочку бы апнуть и варду поставить, вообще было бы в аккуратненько. Куру я апну. Хорошо. Что у нас у них было? Варды до сих пор в куре. Ну, даже а может Гира ушатаем? Не, никто не хочет. Но он там сам пока что стоит. Ну как бы, я за, у меня все есть кроме ульты. Он 7-й левел, у него вообще ничего нету. Я могу только стан дать, Макс. Я иду. Ой-ой-ой. Блять. Все, сейчас а ТП. Я. Одна там секунда. Походу вар стоит, непонятно. Ладно, я понял, я постараюсь. Он меня спалил. Ракетку меня поставил.
Да, он через ракету тогда он получается. Кого-то нету на карте, аккуратней. Вот здесь я вот. Ага. В себя ракета. Гоу туда, у меня есть ульта, если там где-нибудь в реке вот здесь. Давайте в реке, да, там подеремся, пацаны. У меня ульта, вот на мне ракета уже. Ой-ой-ой, хелпайте меня. Да, там же. Ой-ой-ой. Помогаем. Помогаем. Но у меня маны очень мало. Я перед ракетой. Не, ничего. Я сейчас труну. Заберу их вам. О, продавай метку сразу. Ходи, или пускай ник был уходит метку. У меня все КД. Все КД, уходи. Давай. Помоги. Можем убить. Как-то что это было только что? Ну я бы из огня не вышел уже. Смотрите, не сгорите все, пацаны. Did you forget your secret? Смотрите, вот идет. Там на миде какой-то экшен. Экшен? Ну да, там Гира. Гира 8 левел. Давай. Поехали на него. Нет. Отменяется. Иду на мид, уезжаю. А. На меня сальт, я ушел. Барабанчик, погнали. Давай. Можешь. Ну все, ничего не сделали. Пошли. Давай, забираем. Хорошо, иди вот этого. Вот, хорошо. Кинул. Уйди с этого. С огня уйди. Хорошо, вообще. И еще Магнус, у него. А, я уже. Еще нет блинка. Я быстро перезайду этот. О. Я кину стан. Давай. Хорош, забрали. И еще вон птица. Есть вижу. Да, сейчас будет. Еще. Кил. Все, забей. Хотя погоди. Я все ушел. Ну все. Уйдите, а, вон там подходит. Гира подходит. Меня, да, ракета летит. Ой. Ну все, меня похитили. Блин, я не догадался бар поставить. Черт. Как еврей подберу, насобираю. Захожу. Смотрите, они все там. Да. Давайте Black Hole. Магнуса желательно убить, у него там надо Гера. Там до Black Hole минута попадает. Еще. У него РП нет. Не, да, он без РП. Нар ставит. Ой-ой-ой, Салис поймал. Я умер. Не успел уйти дать. Ёбана. Ну что, есть поймать чем? У Магнуса хотя бы. Отойдите все. Ну вообще что-то я фид-машина. Я вард поставлю. Там немножко... Продам душу за БКБ. Ребятки, тут вот надо что-то выдумать. Лучше бы суппорты. Отводы бы делали. Для лога вообще было бы тоже нормально все. Ходи, Огр. А может догорит. Может, а может. У меня готово есть. Погнали, все готовы? Ламить надо, наверное. Хорошо. Ракета. Ух, Андрюха. Батрайдер, скорее всего, пал. Блять, ракета! На четырех, ребята, блядь, вышел. Ну, некого было, просто не было никого рядом. Да ладно. Какое-то такое порно, я уже третий раз респа. Приезжаю и падаю. Надо пушить, короче. Да там Таура на один пинок, я хотел добить. 12 хп осталось на миде. Сейчас заденает Гира, наверное. Не?
Ох, какие там ходят люди. Может, ты хоть сгоришь? О, нормально. Тут тавер, по-моему, коцанный, посмотрите. А, дизраптор, есть чем цепануть? Я вообще ничего не знаю. Да ну чем, ну бимом, чем я еще могу цепануть? А, мана, аркану дам. О. Да ладно. Загулял. Вардыш, разбей, разбей, вард, алло. К нам пошли, уходи. Да, ребят, что-то, короче, мне нужен поводок. Нет, ты просто стой на топе. И фарми. Ну да, фарми. Да я все, когда респлюсь, какой-то экшен на миде происходит, я туда приезжаю. А забей. Забей на экшен. Тут есть кому развлекаться. Ты Энигма и Клопа. Да мне тут вообще без БКБ не судьба на самом деле. Меня батрайдер ну, каждый раз. Ну да, БКБ по-любому надо. Вниз будем дефать? Ну, у меня есть ульта, я вот который раз ее хочу проюзать. Давайте, может, проюзаем внизу, что-нибудь замутим. Блэкхол долго. А телепорт кто-нибудь будет делать? Ну, у меня есть. Не, пустой. Давай я в тебя ботву вложу сейчас. Я фуловый. Дай мне ботву мой. Ботву, ботву. Я тебе свой ботву отдал. Зря. Уходите. Я вижу, но я там стан, все дела. Лечу. Ой, там торба. Я отъехал. Хорошо. Так а что, разворот, может? Да ага. Ты... Наворот. Не-не-не-не-не-не-не. Блин, ну они в тимфайте как-то пока посильнее конкретно выглядят. Это Энигма. У нас появилось два Ганима. Нам надо просто ждать КД Блэкхола и по нему идти. Нету Блэкхола, не идти, и все очень просто. Ботл, как тебе вернуть? На, сейчас. Okay. Ну я там не мог его проюзать. Я на мид еду, не знаю. Давайте мид, у меня Блэкхол есть. Дождитесь Сёгра по возможности. Андрюха, сейчас бафну, погоди чуток. Давайте вот тут бафну, мне мультика скорее всего прокнет. Сейчас жду. А, ну все. Отойдите, кулдауна, отойдите все. Давай, смотри, какие красные. 4-5, ребята. Мека, есть там какая-нибудь? Да, с руки. Пожалуйста, дал. Ты сам остался. Давай, бомжа этого. Хорошо. Хорош. Что-то жесткое только что произошло. Да порно. Это вообще порно. Жесткая немецкая порно, но есть хорошая новость. Пока я встану, у меня уже будет денег на Ogre Club. Нас там, наверное, газбор сейчас. Нет, очень срочно. Но... И не пойди в лес. Так я... Все, у тебя блэкхола нет, иди в лес. Есть, у меня блэкхол-то, я пришел. А, есть, ты же его, но мы-то еще и без раки. Так а что, может на бот пойдем тогда, не? Конечно, можем, раз есть блэкхол. Блэкхол есть. У меня, в принципе, денег под ноль, я тоже могу драться. То есть мне... Сейчас... Надо птицу, походу, принимать. Борзеев. Гира с БКБ. В курсе, нет? Да. Ну, то есть у него дела лучше, чем у меня. Были. Ну, на меня атака. А я тебе там, наверное, не успею уже помочь. Ну, сам давай. А там вообще трое.
Нафиг я сюда прилетел. Ой-ой-ой. Вообще отцовский барабан. Заходите, погнали. Только в одного суппорта, пожалуйста, не драть. И это не даю. А где бобры? Бобры? Бобры. Разбежали. А у нас меку никто не варит? Я собрал 30. Будет лагерь. Почти с мекой. Так, Энигма стоит где-нибудь там, позади? Потому что если я дам прокасывает. Мне бы хил разок в себя поймать там. Ну хотя уже не сейчас. Ой, как хорошо! Давай, 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 давай! Помогите, блять, из Гира. БКБ у него, да. Бля, тут их очень много. Ну как-то. Поздно. Как-то да, поздноватенько. Да я не мог, мне сбили билинг, поджег меня. Ну, 32-33. Это три раза подряд сдох, малышку сделал. Ты надо три? Поставить. А я знаю главного фидера этой партии. А, не, нас двое. Да, затащим, затащим, парни. Да не, нормально все. Конечно, нормально. Да, Манус и Даггер. Ну, а что это такой грейв какой-то, непонятно. Там интересно, как он поедет. Меня удивил грейв за пол хп. Да елки, ну что это такое? Пошли, пошли, накажем, братан. Не знаю, я типа телепорт топ делаю, потому что туда он гирокоптер что-то стягивается. Скаймак он бегает. Help! Бегу. Ой-ой-ой, все, убегаем, убегаем. Просто убегаем. Торба. Забейте на все, забейте на все. Просто бежать. Да, давайте, давайте. У меня нет ничего. Ты меня оставьте. Ни ульты, ни хп, ни... Димон, уходим, не вздумай драться. Ну, да, через 10 конечно. Секунд, мека есть. Мне кажется, из-за нехватки вижена. Я подхожу, меня сразу же ловят. Ну, у меня ульта есть. Может, на миде попробуем как-то, но хотя квапа еще долго. Квапа долго, ну, смотрите. Еще птицу попробуем. Ватрайдера или Ская? А вот это Ская. Хорошо. Сняли. Приблизили за БКБ. Да, да. Давай, Андрюх, иди в лес какой-нибудь там. Нормально. Лол. Еще и блэкхольчик у нас есть. Да, нам надо драться, наверное. Тем более птицы нет. Нет, нам нету смысла. Не, нам не надо драться, нам надо БКБ на мне. Еще нету? Нету, нету, нету. У меня все печально. Как минимум. У меня настолько печально, что я даже плюсы учу вместо Глейва дальше. БКБ, БКБ монта какая-нибудь.
Я сейчас пытаюсь в боте кавер распушить. Как-то страшно против патрайдера это делать. Бельку. На топе. Такая вот он, все на топе. Ну, у меня тэпка есть, я сейчас смогу сделать. Вот, смотри, батрайдер. Давайте отдадим, отдадим. Я предлагаю отдать его. А есть там мека, не? И аркан по возможности. Нет, тут, я не знаю, у меня нет ничего. Да руками дрался. Где руки? Вот тут еще ребята, вот. Хорошо. Плохо. Опять не успел бы, колдать мне за херами. Да, без БКБ здесь борода. Зря. Вот видите, у нас и Нику не успевает бы колдать, мы все в пиве. Не, я говорил, что надо было расходиться после того, как батрайдера забрали. У меня не было ничего вообще. Да не, ну я хоть из кризиса потихоньку выхожу, там 6-10-10 уже куда ничего. 6-10. Прием. Ты вардят? А, или руну. Скай инвиз берет. В мид пошел. Угу. Смотрите. Я вижу, Скай, вижу. Скорее всего, к тебе. Да, я все ушел от тебя. Там уже. Так... Вот здесь Скаймар. Пошли заберем, у меня просветка есть. Так он уже из инвиза вышел. Ребят, я дофармливаю БКБ пока. Давайте я там в топе. Ждем блэкхол. Вот стой где-нибудь здесь, на позиционочке висел. Хорошо. Но опа. У нас мало. Все, я сбыкал наконец. Опять нас мало было. Ну я да, тоже. Настройках-то вообще был. Я же сказал, парни, я БКБ дофармливаю. Нормально. Там даже магнус не надену, так что. Это еще вот хорошо. Я старался на самом деле бухол был очень хороший. Я-то думал, что они придут так, а не через лес. Скаймагу что, не пьет камень в помощь? А у тебя же грейв. Сау у меня, не могу я делать. Так я же шелца, по-моему, Гира. К нему максимум завтра. Да. Ну кухаритик, Магнус тоже идет. И Магнус, смотри. Вот все, меня вернули. Я... Блять, не успел тоже БКБ прожать. Твой. Вот это. Я за руной посыл, у меня маны только. Ну, помогите с этим. Есть, правда. Хорошо. Отлично. За руной. Мана есть, Огар? А? Нет, я только что ждал. Там это. Не могу понять, где их не ворды. Ладно, блин, класс. А, ну, значит, их нету? А нет, вот нашел один. Хорошая драка. Я 6 раз подряд крякнул. Да, аркана дадал. Отлично. У меня двушка до фикса осталась. Все,
все зафармили, блин. Будем покормить. 20 кд, я вспомнил. Все, готово. Лохово есть? Да. Отлично. Ну, у меня ульта 16-я. Вард поставил сюда. Третьего лавала. Вард был. Ты вардин? Да. Ну, они и вот, он, смотрите, в районе поставил. Мида леса. Ну чё, они нас тут где-то ждут. Ну да. Слышишь? Опа. Грейв мне, грейв. Есть? Только не сейчас. Только не сейчас. Хорошо, живой. Мирку успел, да. Отлично, отлично. Нормуль. Я пока двор сделаю, пока не дохло. О, ребят, вертолет! Давай, давай, давай. Детство тоже. Давай, да. Он на лотаре? Ага. Да, да, да. Даст, даст, даст. Отлично. Бля. О. Хорошо. Просто 4x ему влетел в лицо. Ну так ведь и надо, джекпот. Да. Огар это казино. Хорошо. Я опять не дал. А знаешь, я вот сюда поставлю сейчас лотишку. Вот так, например. Да, вообще волоса остались. Чё, какие планы? Может Рошана как-то подзарошанить? Ну не сейчас прямо. А почему бы нет, пока да еще не было. Да погнали на разворочи, заполнили. Ну в принципе нет, да, у них гира нет, еще нету, нет, пока нет. Встанет, пока долетит. Ну смотрите сами, просто бабласка. Вам... Вон знаете? Пошел кто-то, пока... может встретим его тут вот. Сейчас давай, давай. Придет Арвандите, его там заберем. Предлагаю сейчас дождаться моего фикса, у меня осталось буквально 300, и зайти на Рошана. Давайте, давайте, сюда, 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 сюда. Да ульты 40 секунд. Они походу нас видят или еще что-то. Ребят, выходите направо. Или что? Или здесь мы? 25 секунд до ульта. Они что, смог залезать, чеша? Нет, нет. Или дайте... тут у них вард стоит? Не, 15 секунд до ульта. Наш, наш. Хорошо, я пошел спикс спать. Давайте Рошану бьем. Рошану, давайте, да, давайте, давайте. Пускай забирает топ. У меня хекс есть. Там Т2. Я платан еще. Быстрее, быстрее. Забейте линку ему. Быстро, быстро. Две ТП-шки лежат, заберете. На бот или в лес? На бот пошли. Лакхол есть. Ну он смотрит, видишь, крутится. Они же не знают, что там вард. Ну пойдемте их там ушатаем. Ща-ща-ща, крипов. Мы на самом деле долго решаем. Ну или бот пойдем тогда уже. Так бот, бот сейчас. Так, мека есть, блокхол есть, и никто стоит там где-нибудь. Я не знаю. У фонтана пошел. Чтоб тебя дагер не сбили. О, смотрите, они пушат, ничего. Пускай пушат. Сейчас все равно придет. Да мы на ХГ им прям сейчас резко заходим. МКП, МКБ надо. У гирокоптера бабочка. Они на гоу, гоу, дальше, гоу, гоу. Так а мы ж уже на базу. Мы их обгоняем. Эдолонов, давай. Книг мы Эдолонов сделаем обязательно. Видим кто-то. Прилетел. Магнуса, бойтесь РП. Отойдите. БКБ, БКБ. Магнуса, бойтесь. Ой-ой-ой, это было прекрасно. Это просто эпик.
Да, красавчик. Ничего не могу сделать. Выпрыгиваем. Давайте бараки, бараки пока. Все. Сейчас мы по КДХ. Вещи подцепили будут, если что. А, ворож, друг, стоит. Так что? Все, все на мид, все на мид. На мид. Я на мид пока. Отойдите отсюда. Т2 забрать. Я улетел. Гоу, гоу, Т2 на миде. А все, забей там. Там оказывается на нашей базе. Ну да. Так что все. Быстро отпушиваем, в принципе, мы так мы можем. Быстро отпушить и. Так, у меня почти манта есть, у меня почти скальп есть. Ништяк. Жизнь налаживается. Я регенку забираю? Да? Забирай, забирай. Что ты спрашиваешь про такие вещи? Конечно, бери. Ну, что мне надо, мне почти не особо надо. Дазл, давай к нам, хилингу. Он БКБ развел. Хорошо. Тауэр, 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 тауэр. Вон, я ему кинул. Ой-ой-ой-ой. Все отлично, где дазл? Без дазл. Эти вот смотрят. Да все, мид забираем. Ну да, так глуповато, я понимаю. Дазл, дазл. Не, развал БКБ. Мета есть? Мета есть тут. Бараки забрать. Не, не, давайте назад, бараки, бараки. Не, бараки, бараки, да то я так их прогнал, чтоб не баловались. Где тазл скилл? Сейчас могу попробовать цепануть. Вот поставь. Птицу цепляй. Давайте, давайте, а. Птичку, птичку. Что? Где тазл? Ну что, давайте уже дотронуть. Да, да, конечно. Дизраптора я поймаю, как только появится. Я его сам в текст поймаю. Вот. Ну что, прыгнем туда? Ну, не знаю, не знаю. Ну, вытащили как-то. Ну чудненько. Ну что, третью? Бог же троицу любит. Андрюха, мне нужно будет уходить. Да?